экономические права и возможности женщин в контексте всеохватывающего и устойчивого промышленного развития. Такое название получила панельная дискуссия, собравшая на своей площадке множество успешных представительниц прекрасного пола. Сессия была посвящена взаимосвязи между предпринимательской деятельностью женщин и промышленным развитием страны в целом. Опытом создания системы женского предпринимательства поделилась и Ульяновская область. Плотно заниматься данной темой в регионе начали с 2015 года. С тех пор удалось добиться неплохих результатов. Это образовательные проекты, это и популяризация предпринимательства через различные конкурсы лучших женских предпринимательских проектов. Это специальные коммуникационные предпринимательские площадки в виде таких специального регионального форума деловых женщин. Настойчивость, талант и желание быть лидером побудило предпринимательниц объединиться в сообщество на базе организации «Опора России». По итогам 2016 года Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры» занял 11 место в рейтинге комитетов в субъектах Российской Федерации. Уже дважды на территории Ульяновской области проходил проект, инициированный «Опорой России», Комитетом по развитию женского предпринимательства, который проходит у нас совместно с Федеральной корпорацией развития малого-среднего предпринимательства. И соорганизатором выступает фонд «В ответе за будущее», программа «Мама-предприниматель». Более 65 женщин прошли обучение. И на старте проекта лично губернатор Сергей Иванович Морозов поддержал наш проект, что дало дополнительный толчок развитию данного проекта. Среди предложений по дальнейшему развитию отрасли глава региона высказал несколько. Это увеличение количества действующих программ обучения женщин и формирование единого каталога женских бизнесов, некоего готового сборника уже существующих успешных практик. Эти шаги, по мнению губернатора, упростят женщинам приход в бизнес. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.